Здравствуйте, я Алтынбаева Алина, ученица 2 Б класса. Я участвую в конкурсе «Дети читают стихи» Некрасов. Внимая ужасом войны, внимая ужасом войны, при каждой новой жертве боя, не жаль ни друга, ни жены, не жаль ни самого героя, увы, утешится жена. И друга лучше друг забудет, но где ты, душа одна? Она до гроба помнить будет среди лицемерных наших дел и всякой пошлости и прозы. Одни я в мире посмотря, святые искренние слезы, то слезы бедных матерей, и не забудь своих детей, погибших на кровавой ниве, как не поднять плакучей ниве своих погибнувших ветвей.